Сегодня один из самых любимых профессиональных праздников. Поздравления и слова благодарности принимают учителя. Лучших педагогов региона, победителей конкурсов, участников различных проектов чествовали в неформальной обстановке в областном профильном министерстве. За чашкой чая министр Евгения Серебрякова встретилась с педагогами, которые в этом году служили примером для коллег. Это победители регионального этапа федерального профессионального конкурса, участники программ «Учитель для России» и «Земский учитель». Начавшись с простой темы воспоминаний о первых наставниках, разговор плавно перешел к обсуждению проблем и рабочих ситуаций. Как вы смотрите на онлайн-образование, на интернет-ресурсы, возможен ли полностью переход или использовать его частично? И, наверное, как вы на это смотрите, как министр и как мама? Конечно, можно запретить их полностью, можно оставить классическую систему образования по учебникам, но, наверное, это все-таки не даст нам такого развития, которое мы можем получить вместе с интернет-ресурсами. После уже в более официальном и расширенном формате министр вручила учителям награды. Окончание прошлого учебного года стало для новгородских педагогов экспериментом и в то же время испытанием. Они прошли его достойно. В регионе в последнее время активно действуют федеральные образовательные программы, в том числе направленные на привлечение кадров. Это трудоустройство выпускников педагогических вузов в сельские школы, переподготовка, а затем привлечение к преподавательству людей иных профессий.